Потом мама мне говорит, почему ты не носишь яркие? У меня даже мысли нет, я почему-то мимо прохожу. Хочешь, я буду забирать тебе Суника? Господи, мне так больно смотреть, когда девушек с универа забирают их парни, они там с музыкой, куда поедем, в какой ресторан? Я такая, а я? Надо что-то менять в этой жизни. Привет, пупсик, привет. Родом откуда? Я с Астаны. Астана там была. Номер один. Бэйби, я. Заведи себе парня. Я не тороплюсь. Мне нужно быть уверенной в парне, чтобы так начать отношения. Возможно, я окажусь легкомысленной, да, и так далее. Но это далеко не так. Поэтому не судите книгу по обложке. Для меня важно, чтобы с человеком было комфортно, чтобы я была в нем уверена. Потом уже создавать отношения. И если буду в отношениях, то, наверное, точно в серьезных. Вот так просто ходить время тратить мне неохота. Нервы, время. Не торопись. Да, я не тороплюсь, я об этом и говорю. Какая красивая, спасибо. Знаю ее. Это очень круто, что ты меня знаешь. Номер один, baby, yeah. Привет, привет. I sent message to you. I don't speak English. Привет, привет, как дела? Хорошо у вас как? Скажите, откуда взять мотивацию, чтобы учить это по-английски? Я не могу себе никак заставить. Привет, сколько тебе лет? 18. Откуда ты? Я с Астаны. Пельмимички у мин цуми морша или показаши. Честно, я не понимаю. Салем, салем. Привет, привет. По-моему, был кыргызский язык. На кыргызском я знаю только 2-3 слова. Там жахшы, цале, нет, там жахшы, кандайсын и все. Ауылда, білмеймін қашан болдым, наверное, 2-3 года назад. Я часто ездил в Тарас, и там вот мерке рядом есть и так далее. Иногда бывает там съездим, ну прям, не знаю. Сейчас у меня же учеба в основном в Астане. Привет, привет. Хорошо у вас, как, почему ты прячешь руку? Я ее не прячу. Я просто придерживаюсь за стульчик, чтобы не сутулиться и не горбиться. А с рукой все хорошо. Номер один, baby, я твой номер один. Так, а так не переживайте, я не хочу, чтобы люди неправильно подумали, или я не хочу дезинформировать, ни в коем случае. Просто мне так удобно, я привыкла уже. Изначально я это делала, чтобы не страдал позвоночник, потому что в первую очередь у меня вот болит спина. Я очень часто сутулюсь, и это нужно как-то исправлять. Я часто захожу в эфиры где-то 1-2 часа, и это, естественно, идет нагрузка, и я именно из-за эфиров начала сутулиться. У меня же плохое зрение, я приближаюсь к камере и начинаю сутулиться, и это вот калангой минди, поэтому сол. Нет, не пробовала. Ты солнышко, солнышко, почему это звучит так мило? Можно тебе вопрос? Конечно, можно. Спасибо большое за подарки. Рахмет. Я бы прочитала никнейм, но я не вижу. Да, я его раньше носила. Ты из Тараза? Да. Я родом оттуда. Я в 17-м году переехала в Астану. С тех пор я здесь живу и учусь. Время так быстро пролетело. Это так пугает. Не знаю. Оправдала ли я свои ожидания? Привет, привет. А что с моей талией? Обычная талия. Ты Маша, просто взрослая, я хочу сказать. Почему Маша? Меня зовут Камила. Привет, привет. Непривычно, да? В плане чего? Непривычно. Что обозначает твой никнейм? Что обозначает мой никнейм? Камоми, камнижний пробел Моми, Камила Момышева.